Всем здравствуйте, подписчики. Я сегодня опоздал, потому что был в салоне нахуй красоты, блядь, с 3 часов дня, блядь. Меня красили, смывали. И я сейчас, мне кажется, просто бог стиля. Вот, я вам могу сейчас, конечно, продемонстрировать. Вот, потому что меня вчера назвали синим и старым, и я подумал, значит, я должен быть хотя бы не синим, да? Вот, ну, я уже ничего не исправлю по поводу старости, как хочешь. Ладно, все, готовы, да? Сегодня я прихожу к мамочке, к своей любимой. А у нее там какая-то подружка, Олеся, Лариса, как ее там, блядь? Ну, что-то на са заканчивается. И она говорит: смотри, сынок! Я думаю, ну опять. Это, естественно, моя нахуй третья мама. Она работала здесь очень давно, она знала тебя, когда ты был еще маленьким. А это, кстати, мой сынок. Она говорит: так я знаю. Ну, типа, ну, блять, кто еще нахуй с синими волосами может ходить? Вот. Ну и, собственно, меня вот эта Олеся Лариса что-то обработала сегодня. Я прям прихуел. Вот, она там свои идеи подкинула. Собственно, Алиса, включи свет. Вот. Но я вам чисто при свете дня покажу. Такое чисто все цвета в мире. Вот, собственно, да. Ну, так вот, собственно. Ну, вот, собственно. Ну, так вот. Вот. Сейчас, секундочку. Сейчас. Значит, было воодушевление, да? Не просто так у меня такая прическа. Вот. Дело в том, что, ну, было откуда взять. Сейчас, секундочку, я найду. Собственно, ну, примерно вот отсюда, да? То есть, посмотрите, вот здесь вот. Я просто говорю, вот меня можно, пожалуйста, как петуха подстричь? Точнее, покрасить, да? Ну вот, собственно, вот видите, такие оттенки, такие зеленые, такие топовые. Сейчас. Ладно, возможно. Сейчас. Вот еще, да, вот. Вот такое тоже было воодушевление. Вот отсюда было взято, на самом деле. Я пошутил в первый раз. Вот отсюда была взята моя прическа. Вот. С утки Мелшера, так сказать, была взята. Такая стиляжная, да, хайповая. Вот, 4 цвета было использовано, красное не видно почему-то, но мне кажется, я хайповок. Мамочка сказала, это она научилась делать цвет бензина. Корни черные сделали, смотрите. Зафиксируйте, да, ну такие, типа. Вот краска потекла у меня там по голове, но это отмоется. Ну, что скажете вообще? Вот. А, видно красный? Да это фиолетовый. Красного не видно. Вот тут видно 3 цвета, а было 4. Вот, ну такой. Ну такой. Дальше. Кто написал, что не очень, естественно, забанить. Следующая. Мамочка говорит, что тебе подарить на 23 февраля? И я подумал. Ну, типа, что можно мужчине, да, подарить на 23 февраля? Заказал у мамы, маме сказал, сережку. Вот такое колечко заказал себе. Сейчас я вам увеличу. Вот, это, я бы сказал, вынужденная мера, потому что у меня был гвоздик, и гвоздик мне давил. Короче, в наушниках мне гвоздик давил, вот такая сережка, вот, такая колечко, чтобы оно нигде не давило, когда спишь там, когда наушниками, вот. Прикольное колечко, я вам сейчас его продемонстрирую. Сейчас, секунду, просто так, чисто. Вот, продавалось в единственном экземпляре, нету больше таких. Собственно, данное колечко, оно с одной стороны из бриллиантиков, видите, такое, блестяшки. Это одна сторона. А на второй стороне такой зеленый изумруд, как в Майнкрафте, представляете? Вот изумруд из Майнкрафта. Ну, блядь, ты сфокусируешься или нет? Вот, такая сережечка. Блестит. Да, блядь, да, иди нахуй, блядь. Фокусируется на руках, а не на сережке.
Вот. Ну вот взял себе, ну как взял, у мамы выпросил, да, мамочка подарила. Вот, но я уже наушники надел, реально удобно. Единственный вопрос, интересно, купит ли у меня обратно за Квиэль сережку за 16 тысяч, потому что я у него купил, он две купил. Да, блядь, как ее вставить нахуй? Сука, то же самое, что в кровати, блядь. А, вот. А, нормально. Ну вот такая, ну чисто, да, такая прикольная, просто так микровнимание привлекает. Мне кажется, да, такое, изящно, просто изящно и хайпово. Вот, ну вот, собственно, я на вот это целый день потратил, блядь. Но я пока доволен, пока интересно, доволен. Как бы и синий сохранился, но при этом еще и разные другие цвета добавлены. Вот, были бы вы подписаны, конечно, на мой, ну, такой вот телеграм-канал под названием Boosty Пятерки, да? Ну, то есть такие, для бустеров телеграм-канал. Вы бы, конечно, об этом пораньше узнали, я туда процесс съемки кидал. Ой, процесс наворачивания ебальника. Вот, ну и все, вот такие вот чисто, вот такие вот у меня. Ну ладно, я вам сейчас покажу, как при хорошем освещении это снято. Ну вот, прошу зафиксировать, да? Ну вот так. Ну, мне кажется, очень круто даже, да? Вот, ну вот такой вот я сегодня, ну такой я сегодня. Ну такой. Ну нормально, да? Вот, все, нормально, да, да. Алиса, выключи свет. А ну-ка, сейчас может. Ох, бля, нихуя, гля, теперь прям красным светится, ебать. Бля, хайп. Нихуя. Мне еще нравится, что я могу перекидывать, и тут теперь хуяк больше зеленого. Сюда перекидываю, больше синего. Прикольная тема. Ну, короче, я такой хайповок. Я жесткий хайповоз.